Ребята, всем большой-большой привет, огромный. Всем большое спасибо за просмотры, за лайки. Огромное, подписывайтесь, все будет интересно. А сегодня у нас такие мини-пирожочки с творожного теста и с клубникой. Вот, посмотрите. Клубничный сезон только начался, он быстро заканчивается. И все хочется попробовать. Смотрите, какая красота на сковороде, быстро. Кому интересно, готовим вместе со мной. Начинаем готовить наши мини-пирожки с клубникой и творожным тестом. Нам понадобится 180 грамм творога, 2 столовых ложки сахара, 2 ложки сметаны, 1 яйцо, столовая ложка подсолнечного масла и 220 грамм муки, ложка разрыхлителя. Разминаем все вилочкой. Творог, яйца, сахар. Хорошо разминается. Добавляем сюда 220 грамм муки, чайная ложка разрыхлителя. Вот такое у нас будет тесто. Тут ни блендера не надо. И высыпаем половина, потом еще половина. Можно все. Замешиваем тесто. Вот такое тесто у нас получилось, слегка липковатое. Теперь делим на две половины, одну больше, одну меньше. И раскатываем сначала маленькую, потом большую половину. Ребята, раскатали два коржика, один меньше, один больше. И у нас есть клубничка порезанная пополам. Вылаживаем на расстоянии. По этому коржику клубничку. Пока сезон не закончился, только начался. Хочется что-то клубничного. Вылаживаем. Сверху вылаживаем второй коржик. И теперь стаканчиком или чем-нибудь кругленьким будем вырезать вот такие пирожочки. Мини-пирожки, 5-минутки. Смотрите, какая красота. На сковородочку наливаем немножко растительного масла. Совсем немножко. И вылаживаем наши пирожки. Жарятся они быстро, потому что на среднем огне. Тесто тоненькое. Так, жарится с одной стороны, потом переворачиваем. Буквально пару минут, они готовятся очень быстро. И вот такая красота. И сейчас будем их снимать.
Видите? Ребята, вот наши пирожки готовы. Мини. Видите, какие они в середине. Творожное тесто тоненькое и много клубники. Очень просто, красиво. Готовьте. Радуйте своих родных и близких.